Быстрее ставь лайк и будешь учиться только на отлично! Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Увер, мы продолжаем играть потрясающую игрушку под названием Happy Wheels. Ребят, я приготовил для вас реально очень много классных, интересных и прикольных уровней. Мне будет безумно приятно, если прямо сейчас в комментариях вы напишите свой любимый уровень в Happy Wheels. Ну что ж, друзья, а первый уровень, который мы будем вместе с вами проходить, вот такой вот прикольный Pogo Fight. Ну что, погнали, друзья, я просто нереально обожаю Pogo Fight, и я вижу в комментариях, как вы Pogo Fight тоже все безумно любите. Итак, друзья, с третьим препятствием я справляюсь. Мы как-то быстро, друзья, на самом деле проходим этот уровень. Это здорово, и я вижу финиш, ребят. Что? Серьезно? Это такой коротенький Pogo Fight? Ну, вроде как, друзья, мы с ним справляемся с первого раза, если я сейчас не затуплю. А я все сделал правильно, друзья, и мы реально справились с первого раза. Отлично, 5 звездочек, погнали дальше. А этот уровень, друзья, называется 85,9% Impossible. Как-то так, друзья. Ну, в общем, это очень хардовый уровень, который мы сейчас будем проходить. Ху-ху! Офигеть, ребят. Вот это да. А как нам, друзья, обмануть гарпунчики? А именно вот так. Хорошо, все, друзья, две попыточки, и мы прошли. Отлично, отлично. Погнали, посмотрим на следующие уровни. А здесь, друзья, у нас какой-то роупсвинг челлендж. Погнали проходить. Нифига себе, ребят, это еще и под углом вот так. Это надо лететь по диагональке, друзья, наискосочек. Ё-моё, как это сложно. Офигеть, друзья, ладно, пробуем еще раз. Все, полетел, аккуратно голову. Ё-моё, ребят, это надо так подрасчитать, просто жесть. Да, давненько не было таких сложных, друзья, у нас просто челленджи, но сейчас будем потеть, друзья. Да, ребят, придется как-то подрасчитывать, да опять в то же самое место, друзья. Ё-моё, просто реально в одно и то же место я попадаю, вот сейчас немножко подальше, и вообще мы... Ага, ну все, ладно. А как, друзья, это проходить? А каким образом это надо сделать? Ну, пожалуйста, пожалуйста, вот он финиш, ну как-нибудь. Путь, вылези оттуда. Ну все, друзья, ё-моё, вот это обидно. Ладненько, еще разочек. Оп, и вниз, и вниз. Еще ближе к финишу, чем в прошлый раз. Итак, ребят, полетели. Аккуратно, есть. Прошли, отлично, друзья. Блин, это было невероятно сложно, потно. Поставьте, пожалуйста, лайкусик и погнали к следующему уровню. А сейчас, друзья, у нас будет роупсвинг. И смотрите, парень закинул мяч в корзину. Куда-то кнопку там что-то нажал, мячик. Что происходит, друзья? Мы куда-то телепортировались. И, похоже, начинается наш роупсвинг. Так, зеленый, желтый, красный. Наоборот, точнее, красный, желтый, зеленый. И мы полетели аккуратно, ребят. Нифига себе, какой интересный уровень. О, это Марио, друзья, смотрите, у нас там Марио. Аккуратненько, аккуратно. Вау, там еще один, друзья. Что? Нифига. Аккуратно зацепился. Так, теперь вот сюда. Аккуратненько падаем. Ё-моё, ребят. А здесь, смотрите, Майнкрафт. Да, у нас вот такие вот факелы, друзья, как из Майнкрафта. Реально прикольный роупсвинг, друзья, очень красивый. Крипер пробежал, мы в какой-то пещере, друзья. Самое главное, чтобы крипер, друзья, не взорвался, а то мы с вами погибнем. Но вроде нормально, падаем вниз, это какие-то золотые слитки, блоки, что ли, были, ребят, или что это? Так, аккуратно, куда нам? Ага, нифига, нам надо в дырочку, друзья. Так, ладно, ждем, 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 погнали. Хорошо, отлично, и теперь надо опять в эту дырку, друзья, так. Ладненько, падаем, есть. Теперь еще ниже, друзья. А, здесь также, но мы нам повезло, сразу в дырку попали. Капец длинный, друзья, роупсвинг. Вот это уровень реально топчик, господи. Просто шикарно, падаем еще ниже. В смайлике зацепились, куда мы? Аккуратно, друзья, падаем. Так, ух, долетел. Я уж думал, не долетим. И скейтборд, друзья, у нас здесь. Офигеть, ребят, просто жесть. Ну все, смотрите, мы прошли, по идее, это уже конец. Да или нет, друзья? Вот тут какой-то парень. Стоп! Он нам говорит, остановись, смайлик, и мы еще куда-то падаем. Офигеть, ребят, ну тут уже финиш. Вот это уровень, так уровень, друзья, 100% 5 звездочек. Погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересненького. А приготовил я для вас какой-то, друзья, бой у замка. Примерно так назывался этот уровень. И, насколько я понял, нам всего лишь предстоит проходить испытание на велике, друзья. Я не знаю, при чем тут замок. Ладно, погнали. Какой-то у нас здесь парень. А, с копьем. А мы, походу, друзья...
захватываем просто замок, да, вот с копьем парня убили, теперь убили рыцаря, теперь у нас маг, друзья, шар она кинула, ё-моё, аккуратно, теперь дождь из мечей, что? Вау, реально, господи, а тут, что это было? Он, Тимми Ганн, друзья, ё-моё, просто парнем выстрелил в нас, и никакого замка, правда, не было, друзья, но уровень действительно прикольный. Ладно, 5 звездочек, погнали к следующему. Ну и, конечно же, друзья, гарпун ран, куда же без него, погнали, аккуратненько, нас зацепляет немножко, перепрыгиваем еще гарпунчики, я умер просто у финиша, ё-моё, буквально уже реально просто там, друзья, был финиш, и гарпунчик нас задел последний, вот здесь вот, аккуратно, да как? Как это пройти, ребята? Просто невероятно сложно. Ну ладно, погнали. Едем, 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 едем аккуратненько. Еще раз. Оп, все. Да, опять не прошел. Что? Это, друзья, один из самых сложных ботл ранов за последнее время. Обычно их мы проходим со второго или с первого раза. А здесь вот только сразу третьего, четвертого, друзья, прошли. 5 звездочек. Я надеюсь, вам понравилось. Погнали дальше. А в этом уровне, друзья, нам предстоит стрелять из гарпунчика. Если в предыдущий раз мы от них уворачивались, то здесь, друзья, мы должны стрелять. Итак, погнали. В Санту попал. Аккуратненько. Так, дальше. В мужика попал. Хорошо. А что будет дальше, друзья? Вот у нас мужичок упал. Санта почему-то лежит. Но давайте еще раз в него. Но! Просто смело. Друзья, он просто куда-то улетел. А все, что ли? Это конец, друзья, или что? Я сделал рестартик. Давайте попробуем еще раз. Тут есть вот такой вот, ребят, лазер. Давайте с ним попробуем. Итак, бамс. Хорошо. Посмотрим. Но, по-моему, друзья, что-то было произойти дальше, потому что у нас слишком много гарпунчиков. Либо я ошибаюсь, но хоть просто еще постреляем, друзья, потому что реально прикольно. Ну, походу, да. А, нет, смотрите, надо было и в тот раз, наверное, подождать, ребят. У нас тут парень, ё-моё. Вау, капец, по нему сложно попасть. Выстрел. О-ха, над головой просто пролетел. Давай еще раз выстрел. Е-е-е, попал. Все, теперь мы ждем, да, получается, друзья, и новое препятствие будет. Или надо, друзья, кажется, я понял, надо его просто сбить, друзья, с этой платформы. Вон, у нас, правда, остается 2 патрона, друзья, 2 гарпунчика. Что сейчас будет? Друзья, что сейчас будет? Что это за платформа? Куда стрелять? Куда стрелять? Ё-моё. А, во, выбегает пацан. На! Бам! Хорошо, друзья, вот это прикольный уровень. Слушайте, реально постреляли с гарпунчика. Так, ну давайте, где еще следующий? Побежал, нет? А, все, друзья, это конец. Блин, реально фаново. Но, друзья, это был не последний уровень. Погнали посмотрим на следующий. А здесь, друзья, у нас какой-то мега-дроп. Посмотрите, это мы сейчас куда-то с вами полетим. Да, ё-моё, вот по таким вот ступенькам, друзья, падаем вниз. Офигеть, так, ладно, какой-то обратный счет. 3, 2, 1, погнали! Куда это? О, полфол, друзья, ладненько, хорошо, падаем, отлично, дальше, вот такие вот, друзья, у нас механизмы крутятся, аккуратненько, звезды, это у нас крутится, написано, ладно, через звезды, друзья, падаем, падаем вниз, что там, бутылки дальше, кажется, я понял, друзья, здесь мы будем падать через различные всякие предметы, вот теперь бутылки, самое главное, друзья, голову беречь, потому что, если мы голову потеряем, будет очень плохо, друзья, блин, ё-моё, что вообще происходит, о, теперь что? Ускоряшки, ну там гарпунчики, ребят. А, вниз, аккуратно, гарпунчики стреляют. Но мы что, прошли? Нет, надо как-то вниз упасть, друзья. Мы вообще упадем сейчас вниз, нет? Во, упал, хорошо. Пампкин, это там тыквы, друзья. Офигеть. Ладно, хорошо, погнали, друзья. Вау, нифига, вот так вот прикольно, такая система, друзья. Ладно, это классно, друзья, вот такое мне нравится. Так, аккуратненько, надо сюда. Ё-моё, еще за такого громилу, друзья, играем. Он просто, блин, никуда не пропихивается, такой толстый. Так, дальше что у нас? Чё-то я не понял, друзья. Аккуратно. А, тут просто ничего не было. Ух ты! Ускоряшки, друзья, вот эти. Ё-моё, это всегда очень сложно. Ну ладно! Рука! Нет! Куда мы? Падаем вниз. Хорошо, друзья. Ё-моё, мы вообще пройдем это? Сможем? Ну-ка, давай! Есть! Браво, друзья! Это у нас финиш. Ну-ка, финишируем. Бамс! Вот это уровень, так уровень, друзья. 100% заслуживает 5 звездочек. Только я не могу поставить. Вот, наконец-то. Все, мы прошли. Погнали, друзья, посмотрим на следующий уровень. А тут, друзья, у нас еще один погофайт на сегодня. Вау! Нифига, сколько арбузов, друзья. Был один, а стало так много. Еще мина какая-то взорвалась. Аккуратно. Нам главное это все перепрыгнуть. Что там, друзья, все взрывается и взрывается, а?
Почему? Ладно, хорошо. Вилы, стой, главное не придавите меня вилами, топор, нет! Что вообще произошло, ребят? Ё-моё, вот это реально было угарно. Так, ладно, арбузы, пацан, малой. А, вон они, мины, где лежат. Все, я увидел, друзья. Опять у нас какой-то хаос просто происходит, друзья, на уровне. Опять эта бабка с вилами там лежит, ребят. Ё-моё, ладно, аккуратненько, теперь прыгаем. Хорошо, вот теперь я перелетел, только не в мину. Я сразу в мину попал, ё-моё, друзья. Было бы прикольно, если бы мы на финиш попали, ребят. Ладно, пробуем еще раз, аккуратно, только не в мину, нет, ну как так? Да, друзья, тут надо еще настолько аккуратно прыгать, что вообще капец, стоп. Ага, понятно, топором по башке, и мина еще там где-то рядом. Ладно, окей, прыгаем. Хорошо, арбузы, стоп, мины там всякие. Смотрите, сколько я арбузов набрал. Что это такое, ребят? Посмотрите, как я просто прыгаю. Эти арбузы, как они мне мешают, друзья. А, еще я об вилы ударился. Вот это, ребят, невероятно сложный пого-файт, реально. Тут просто какой-то эпик происходит. Смотрите, я просто всех поубивал, ребят. Я просто реально поубивал всех. У меня нету больше препятствий. Окей, вот так и пройдем, походу. Главное, мину не задеть. Оба! И там эльф, как ежик, друзья, просто у нас лежит. Ладно, вот такой вот угарный пого-файт. Мы его прошли, 5 звездочек, погнали дальше. Ну что, друзья, еще один роб-свинг, полетели. Аккуратненько. Стоп, 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 куда нам? Оу, я попал, повезло, зацепиться, успел, зацепился, ха-ха, и прошел с первого раза. Вот это да, друзья, вот это роб-свинг, невероятно повезло, это здорово. Но, друзья, погнали, посмотрим на еще один уровень. Итак, ребятки, Battle Run, погнали, аккуратненько. Проходим, 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 ускоряемся куда-то наверх. Что, мертвая петля, друзья? Нифига себе! Это еще и такой BMX, что ли, троллит. А, окей, это был не финиш. Куда-то наверх, друзья, по лестнице едем еще. А, и вот тут вот, друзья, у нас финиш. Ё-моё, реально прикольный Battle Run. Оригинальный такой, нестандартный. Это действительно клево. Ну что ж, друзья, сегодня, как и обещал, у нас очень много уровней. Поэтому погнали посмотрим на еще один. Ну, а это, друзья, последний уровень на сегодня. Баскетбол. Вот такой данк, просто баскетбольная корзина, мячик, и мы забиваем, друзья. Давайте попробуем еще раз вот так, бамс, и сверху, ребят, просто жестко забиваем. Вот такой вот прикольный фановый оригинальный уровень напоследок. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что видосик вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, оставляйте много положительных комментов. Не забывайте, друзья, подписываться на социальные сети, обязательно подписывайтесь также на канал. Ссылочки на соцсети будут в описании, ВК, Инстаграм, все дела, обязательно туда, друзья, подписывайтесь. Ну, а на этом у меня все, с вами был по-прежнему Овер. Не забывайте писать, какой из уровней вам понравился из этого ролика больше всего. Ну, а на этом у меня точно все. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения, болейте успехов. Спасибо за просмотр и пока-пока.